Данное видео предоставлено сайтом online.gtz.net. Юнит 1, секция 2, упражнение 38. Complete the table. Закончите таблицу. В таблице нам будут даны глаголы и образованные от этих глаголов существительные, обозначающие профессию либо хобби человека. Окей. Как мы будем образовывать? Мы к глаголу будем добавлять суффикс -ia и будем получать нужное нам существительное. Давайте посмотрим на таблицу. В первом столбце verbs – глаголы, во втором – nouns – существительные. Читаем первую пару. To teach – учить, a teacher – учитель. Добавили суффикс -ia, получили из глагола существительное, обозначающее профессию. Далее мы видим, что у нас во втором столбце a traveler, а значит глагол будет to travel, путешествовать. A traveler – путешественник. Третья строка – to write – писать. A writer – писатель. Четвертое. To explore. Исследовать. Значит, an explorer. Исследователь. Предпоследняя строка. Во втором столбце у нас a dancer. Значит, глагол будет to dance. Танцевать. A dancer. Танцор. И последнее. Мы придумаем свой вариант. Я предлагаю глагол to run. Бегать, a runner, бегун. Окей, если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группы в социальных сетях.